поселке здесь уже есть такие вагонки, уже люди, и все приемы всем показывают, что... И вот, вы слышите, в данный момент работает град по нам. Вы все слышали, все видели? Вот осколки по нам летят, смотрите, аккуратно голову берегите. Вот он. Ах, горячий заказ. Вот осколки. Так я сейчас смотрю аккуратно. Вот тут ушел. Вашу руку сделать. Да, осколки. Снимайте, смотрите. Мы не лжем. Как я вчера в интернете прочитал одну статью. И даже фотография, как они контролируют аэропорт, показывают новый терминал, в котором все стекла стоят, все стоит. Вы в данный момент видели, какой он вид имеет, и после чего это все имеет. Так что люди, которые, если, например, если мы контролируем аэропорт, мы по нему не работаем. Артиллерии ничем. Потому что есть приказ министра обороны о прекращении огня. Мы его прекратили. И не работаем по своей территории. Была бы на их территории, они бы ее так обрабатывали. Вы сами реально видите, что происходит в данный момент. И это уже продолжается с 5 утра. Они вчера ночью со стороны Песков, прикрываясь танками, вывезли своих тяжело раненых, которые там плакали, рыдали, кричали им такие: «Мы вернемся, мы вернемся». Ну, посмотрим, кто из них доживет, потому что вернемся сюда.